Всем привет, ребят! Ну что, сегодня мы продолжим строительство нашего кибертрака. Делов тут еще дофига, честно вам скажу. По факту, еще кошмар. В общем, все это дело сейчас надо выставить, расширить, промерить, обшить, и покрасить. Короче, дофигища делов. Поэтому давайте меньше ля-ля и быстренько его сделаем. Погнали! Вот потихоньку все движется, ребят, все хорошо, все нормально. Рама уже как бы на таких, видите, тонких, легких набросках. Все собирается, все хорошо. И тут машина же у нас на ходу уже получилась, все нормально. Собрали уже по гаражу. Маленько передвигали ее туда-сюда. И вот маленький такой, затык. Короче, с карданом, ребят, на самом деле очень весело. Вы видели, какой он длины. То есть все это дело удлинено. Когда его собирали... То есть здесь несколько стыков на кардане, хоть и все это дело набивалось, пробовали из трубы что-то типа направляющих втулок, все это сбивалось, собиралось, обваривалось, но по факту все равно получилось все это с небольшим биением, ну и хочется, конечно, этого избежать, поэтому я думаю, надо будет сейчас обратиться, наверное, к нашим ребятам, к нашим друзьям, вы их уже знаете, это компания «Сибирский кардан», делали они нам далеко уже, ни один кардан и ни на один проект, поэтому сейчас, наверное, все это дело скрутим, отвезем им. Ну и здесь обратите внимание, что все потихонечку обшивается, все уже, ну сейчас не скажешь, да, что прям четко уже есть все очертания, все описания, но очертания это есть, да.
А как бы в голове можно представить, как все это дело будет выглядеть. Поэтому, друзья, смотрите, все идет очень, очень даже хорошо, очень успешно. А многие, наверное, спросят, где же двери в этом автомобиле? Ребят, ну торопиться пока не будем, дойдем и до дверей. Пока сначала надо сделать полное обличие, а потом уже потихонечку, аккуратненько выпилим, вымерим, вырежем двери. И все будет у нас круто. В общем, строим дальше. Ну вот, друзья, смотрите, что товарищи наши сибирского кардана привезли нам готовый кардан. Это, конечно, исполнение не такое, как, ну, делали мы сами без всяких тут сулочек, без всяких тут обжимочек, без ничего. Все сварено четенько, ровненько, все отбалансировано, все хорошо. Привезли нам его прямо сюда, на базу. Причем ребята сибирского кардана предоставляют такую услугу всем своим клиентам. То есть доставка по городу у них абсолютно бесплатная. Также у них есть грузовой эвакуатор, грузовая мойка. В общем, приятно с ними работать, потому что работают там специалисты. У них есть свои склады, им не надо нигде покупать запчасти. И, конечно же, по промокоду «Гараж64» все, кто обратится к ним, получат скидочку в 10%. Сами понимаете, что отремонтировать кардан практически всегда дешевле, чем купить контрактный. Ну, а мы сейчас что? Ну, а мы сейчас потихонечку все это дело туда инсталируем. Ну и наш кибертрак, как вы можете видеть, он потихоньку меняет свой внешний вид. В общем, сейчас смотрите, все линии, все четенько видно. Ну, еще раз скажу, пороги, расширения, бампера, смотрите, бампера прям вообще как в оригинале.
И одна маленькая проблема, но это скажу сразу, потому что потом могу, хотя фиг я когда про нее забуду. В оригинале, а вот сколько смотрели картинок, где у него зеркала заднего вида, как мне на нем по городу ехать? Ты хоть камеры ставь, да? Слушай, у него, наверное, камеры, это, наверное, никто же из нас не ездил, даже близко не подходил к такой тачке пока. Я уж не говорю, что на столб ее намотать. Ну, это ладно. В общем, ну, есть такие небольшие нюансы, небольшие проблемы. Но мы их решим, я думаю, без проблем. Поэтому все у нас строится, все у нас хорошо. Я думаю, скоро уже, совсем скоро мы подойдем на финишную прямую. Поэтому давайте строить дальше. Ну вот, ребят, смотрите, что у нас получилось. Все, теперь уже наш кибертрак ездит спокойно своим ходом. Видите, сюда он выехал без проблем. Снес там пол дверного проема. Шутка, ладно, маленько зацепил, ничего страшного, широкий. Короче, габаритам еще никто не привык. Ладно, фиг с ним. Смотрите, что у нас получилось. Видок, конечно, у него просто обалденный. Поставили стеклышки сбоку, спереди, все как положено. Вот так вот он у нас будет выглядеть. Это уже окончательный его вид. Сейчас мы можем все это прекрасно видеть. Все вот эти расширения, бампера, стекла, крыша, бока. В общем, все получилось просто изумительно. На самом деле, ну, внешний вид, конечно, выглядит она, ну, просто мега круто. Надо что сделать? Надо ее теперь подготовить под покраску. Покрасить, сделать колпаки на диски, поставить фары, то есть, ну, помните, да, вот эти, вся вот эта оптика на Тесле. Осталось еще немного времени, когда мы это делаем, ну и, естественно, будем делать выезд в город. Поэтому обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить, что будет дальше с этим аппаратом. Ну, сами понимаете, это не один единственный наш проект, который сейчас строится, остальные увидите чуть позже. Обязательно комментируйте, что-нибудь предлагайте, ставьте вот такие лайки. У меня на этом все, так что всем пока!